С вами вновь Кристиан Блэк и Агата. Агата Блэк. Угу. Шерсть буфало есть, есть наша шляпа буфало. Иди кушай. Спасибо. Ура, дождался. Вау. Дождался, ну, умничка, заслужил. Гончих неудачно пережили. Нам нужно больше свиных домиков. Этим я сейчас и займусь. Желудок у меня в порядке, так что буду бегать. О, гончий. Мы близко к кокам находимся. Их надо уничтожить или что? Там у кокон, кстати, два их. Это источник мяса. Это источник мяса для казана. И кусты рядом. Проверь их, кстати, на ягоды. Кусты совсем недавно были ягоды. Ясно. Кстати, у нас уже 11 паутина. Ай. Так, началась ночь. Успел? Да, конечно, успел. Умничка. Самое главное вовремя вытащить зажигалку. Да. Конечно. Ну... Да, да, зажигалку вовремя вытащить, конечно. Пошли, так, с собой непонятно, зачем ношу веревку. Да, 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 конечно. Благодаря тебе. Ай, не надо на меня сваливать всю вину. Да, да, конечно. Так, что у нас здесь есть? Паучки. Могилка. Принесешь еще грибочков? Да, с удовольствием, только под конец дня. Под конец чего? Дня. 12 паутины. О, хватит. О, кокон нормальный. Трехуровневый. В двухуровневый. Вау. У нас тут под домом двухуровневый. Дождемся трех. Уровнева и уничтожим. И уничтожим его. Хотя можно и сейчас возьм... Подожди, я выкопала 6 грибочков. Выкопала. Ну, ладно. Жду. Жду. Да. Так, а мне бы надо... А, что же не надо? Задолбали эти духи. Вот я нашла, чего мне надо. Беги. Что беги? За мной пауки охотятся. На свиньи хотя бы. Давайте, давайте, свиньи. Так, еще один домик свиней есть. А, громоотвод надо делать? Да. Было бы желательно. О, свинья только что добыла еще одну паутинку. А как он делается? Что там надо для него? По-моему, три... В общем, либо три золота, либо три камня, каменных блока, точнее. Так, у нас есть еще два домика свиней. Угу. Как ты поняла, я переселил всю деревню свиней. Отныне под нашу юрисдикцию. О-о-о-о, свиньи, 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 свиньи. У меня есть для вас кое-что... Я видела, как ты строишь домик свиней. Ладно, поэтому я за камнями за золото. Вперед, друзья, мочитесь, бейтесь. Какой добрый. Да. Добрый мальчик. Я требую схватки. У тебя с рассудком все в порядке? Ну, относительно. Знаешь, плюс Венди в том, что у нее рассудок хороший. О, да, все, сейчас будет эпичная схватка. Давай. И зрители все это видят. Судя по звукам, все эпичная. Могилка. И тем временем я-то такая, типа, без палева бью. Гребаный кокон. Давай, 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 еще немножко. Ай-яй-яй, это плохо. А, да,
Да. Или... Я едва Она не наткнулась на наткнулась на лягушку. лягушку, На на эту эту жабу. жабу. А А еще еще там, там, где где я, я, в в этой этой местности местности начался начался пожар. пожар. Из-за Из-за того, того, что что молния молния попала попала в в дерево. дерево. И И мне мне сейчас сейчас срочно срочно сюда сюда надо надо выбираться. выбираться. Я Я нашла нашла Честер! Честер! Ура! Ура! Ну Ну что что ж, ж, дорогие дорогие друзья, друзья, пожалуй, пожалуй, на на этом этом мы мы закончим закончим эту эту серию. серию. Всем Всем спасибо спасибо за за внимание. внимание. Всем Всем пока! пока! пока!